Сегодня исполняется 25 лет со дня основания Авангардский совета ветеранов управления МВД России. Торжество решили отметить в Музее Победы. Поздравления прозвучали от представителей окружной администрации. Сейчас ветеранская организация объединяет 85 пенсионеров. Из них двое – это участники Великой Отечественной войны и пятеро тружеников тыла. Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны продолжают вести активную общественную жизнь. Работа сегодня с детьми, она достаточно сложная, потому что век другой, дети другие. Но тем не менее, ваша работа очень видна в нашей образовательной сфере. В нашем музее приглашаем учащихся, рассказываем им там о подвигах наших сотрудников, о ветеранах. И все это наглядно видно. И дети, конечно, с душой это воспринимают. И некоторые даже согласны после окончания школы пойти в наш институт МВД. Также ветеранское движение Ангарска не забывает и своих коллег. Тех, кто по состоянию здоровья, увы, не может посещать городские и общественные мероприятия, навещают на дому.